Каплин, ты начертила окружность. Да. Строй теперь хорду. Хорду, да? Значит, чтобы построить хорду, нужно взять две точки. Одну сюда, другую сюда. Значит, а потом, значит, провести какую-нибудь линию. Восьмак. Бью. Еще восьмак. Червонец. Отбито. В эту точку. А потом взять... Валет. Ты учил материал? В масть. Конечно, вот учил. Так-то. Один погоны. Надо было мне тузом ходить. Проиграл желание. А теперь иди и поцелуй Марью. Ты что, совсем что ли? Ничего не знаю. Целуй. А деньгами можно? Чего? Уговор дороже денег. Сидоров, в чем дело? В чем дело? Господи, что с тобой? Ты что? Марья Семеновна, подходит к завершению год. Мы перейдем в 7-й класс, а вы останетесь в 6-х. Спасибо вам, Марья Семеновна. Спасибо вам от имени всего класса за то, что вы для нас сделали, за ваше доброе сердце, за ваши чуткие руки, за ваши красивые глаза. Таких учителей, как вы, надо поискать. Низкий поклон вам, дорогая учительница. Что ты со мной делаешь? Надо же, думала. Ты хулиган и невежа. А ты добрый, чуткий мальчик. Вова, ты не расстраивайся. Я проверила вчера годовую контрольную и решила, что мы не расстанемся. Я оставлю тебя на второй год.